В Минске идут последние приготовления к детскому конкурсу песни «Евровидение-2018». Уже завтра начнут приезжать иностранные делегации. Об их комфорте все городские и республиканские службы позаботились заранее. Также проверили готовность Минск-арены на плановой встрече оргкомитета конкурса. Эти люди и подведомственные им структуры курируют все вопросы, связанные с проведением международного песенного форума. От транспорта до украшения главной площадки. Гости познакомились с технической командой телешоу и оценили инфраструктуру, сценическую площадку, зону для делегаций, пресс-центр. Мы увидели высокой степени готовности и идет определенная доводка, достыковка технических вопросов до согласования отдельных элементов, которые должны создать еще дополнительное хорошее настроение для жителей Минска, для жителей Беларуси, для жителей Европы, всех тех, кто любит, ценит и смотрит Евровидение. Увидеть детское Евровидение можно будет не только из зала и по телевизору, но и катаясь на коньках. Дополнительную фан-зону откроют поблизости с главной площадкой конкурса. 24 и 25 ноября можно будет наблюдать за генпрогоном и шоу на конькобежной дорожке. Трансляцию запустят на экраны во время сеансов массового катания. Все последние новости из Минск-арены в дневниках агентства теленовостей на «Беларусь-1» и «Беларусь-24».